Всем большой привет! Сегодня сделаем яблочное повидло. Моем ручки и приступаем. В кастрюлю порезала яблоки, от кожуры их не очищала. Там содержится пектин, который дает густоту повидлу. Добавляю стакан воды и ставлю на плиту на 40 минут. Через 40 минут яблоки стали очень мягкие. Теперь нам нужно взбить блендером до однородного пюре. Если все-таки после взбивания мелкие частички будут оставаться, то ничего страшного. Теперь добавляем сахар. На 2 килограмма очищенных яблок нам нужно 1,5 килограмма сахара. У меня сорт яблок очень сладкий. Если у вас с кислинкой, то лимонную кислоту можно не добавлять. Но я добавлю примерно чайную ложку с горкой лимонной кислоты. Вы же пробуйте по своему вкусу. Если у вас сорт яблок кисло-сладкий, то ничего добавлять не надо. Ставим на плиту и увариваем около часа. Повидло должно загустеть. Я наливаю ложку повидла на тарелку и провожу бороздочку, и берега не должны сходиться. Все, значит, наше повидло готово. Разливаем по банкам и закрываем крышкой. Банки и крышки, конечно, уже стерильные. Каждую банку после закатки переворачиваем, укутываем в одеяло и ждем до остывания. Повидло готово. Всем приятного аппетита. Спасибо за просмотр и пока-пока.